Здоровенькі були, русини. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже таку цікаву і вельми популярну тему у наш час, а саме походження назви Україна. І допомагати нам цьому буде людина, яка займалася цією темою, яка досліджувала її, а саме Іван Попов. Доброго дня, пан Іван. Да, здравствуйте, Игорь. Благодарю, что пригласили к вам на передачу. Скажіть, будь ласка, нам, пане Іване, які версії ви сьогодні нам принесли і що цікаво ви нам сьогодні розкажете? Да, які версії сьогодні будемо озвучувати? Ну, версій много, всі вони інтересні, всі вони підрозуміють якісь свої ізюмінки, скажімо так. Я думаю, вашим зрителям понравиться. І саме головне, не то, що понравиться, а їм буде интересно, и я думаю, что даже полезно узнать ту информацию, которую мы сегодня с вами рассмотрим. Самое древнее упоминание слова «Украина» или «Украина» датируется приблизительно 9 веком. Это источник, который носит название слова, как поганы кланялись идолам. Тобто, вы хотите сказать, что первая назва «Украина» появилась еще в 9 столетии, так? Иван Огненко говорит, что этот трактат был переведен на древнерусский язык Григорием Богословом. Он написан был Григорием Богословом в 9 веке и переведен на древнерусский язык в 1060 году. Ну, это вельми цікаво, правда, дорогие русины? Наприклад, я такого не знал. Изначально в нем были такие слова, вот я сейчас вам прочту. Но и ноне по украинам молятся ему. По окраинам, то есть по окраинам. Вот есть центр государства, да, есть окраины. По этим окраинам, то есть здесь утверждается, что центр был уже христианизирован, а по окраинам, украинам еще молились идолам, то есть сохранялось язычество. Если посмотреть по истории, так и было. Последний языческий центр впал в 17 веке в Муроме. Вот. Ну, первым делом, если верить истории, да, то первое упоминание слова «Украина», если быть точнее «О Украина», было зафиксировано в киевской летописи в 1187 году во время смерти князя Переяславского, Всеволода Великого Гнездо. Если быть точнее, то там описывалось, что плакала за ним вся Русь, и о Украина за ним плакала. Так вот, что же такое Украина на самом деле? Если верить древним источникам, то Украина – это пограническая область. То есть граница, другими словами. Область, которая граничит с другим государством. Но если посмотреть на то, что Переяслав в то время граничил с землей печенегов, половцев, да, то есть степью, то эта версия вполне реальна того, что Украина – это граница, то есть окраина русских земель. Да, также окраиной называли и Галицию, Галицкую Русь, да, как пограничная территория с польскими землями, с которыми она граничила, да? Так вот, это первое, да? Вы стверджуете, что слово «Украина», оно походит от назвы «Украина», так? То есть прикордонная область, которая находилась на кордоне с какой-то другой державой, так? Посмотрим, что термин «Украина», если вот у нас есть. Если посмотреть, то термин «Украина» ввел в широкий оборот польский король Стефан Баторий. Украинами он называл бывшие земли Руси, захваченные Польшей. То есть видим, да? Еще одно подтверждение того, что Украина произошла от слова «Украина», то есть пограничная область, пограничие, есть вот в книге, вот в такой книге, которая называется «История украинского войска», да? На странице 1, на странице 146, в разделе «Войско
и военное дело в Великом княжестве Литовском 1340-1569 год. Есть вот такой запись. Такая запись. Я обвел ее. Она на украинском, я почти на украинском. У Мозирі староста повинен був посилати своїх і замкових слуг на вивідання вістей по всіх замках українних або теж під людей неприятельських піти довідатися. Скажу тепер на русском. Мозирі, це город такий, Мозирі. Староста, он должен был отправлять людей для того, чтобы они по всем украинным замкам, то есть по всем окраинам, выведали, нет ли татар, которые хотят напасть на пограничные территории, да? То есть, видим, это одно упоминание о том, что Украина это пограничие. Второе упоминание, мы можем найти в этой же книге на странице 152. И здесь описывается, также прочитано на украинском. Будувалися човни в українських містах, розташованих на Дніпрі. У 1529 році Сигізмунд I згадує людей човнових з усіх міст і волостей українних. Тобто із усіх городів, які були на пограничі і граничили з татарами, тобто понизі Дніпра. Это те же запорожские казаки. Вот видите, это первое такое и весомое доказательство того, что название Украина произошло от термина пограничье, то есть пограничная область. Ну, я бы скажу так, если логично подумать, это цікаво, и в рамках логики оно все вкладывается. Летопись русская 12 века вспоминает название Украина, Украина, Украиница, то есть к южной части Переяславской земли, южно-восточной части Галицкой земли, территории Волынской земли. А вот что вы скажете, например, про такое? Деякі дослідники вважають, що предки українців, а також назва Україна, походить від давнього племені Укри, яке жило приблизно на території Балтійського моря. Да, такое племя существовало. Оно существовало на территории Балтики, это палапские славяне. Они жили по соседству, можно сказать так, с бодричами, ободритами, да, лужицкими сербами, то есть на побережье Балтики. Так, тобто таке племя насправді існувало. Первое упоминание об этом западнославянском племени можно найти, вот если посмотреть в источники, это племя воспоминается в 934 году немецким историком Вудукиндом Корвейским. И историки называли это племя Укры, Украны или Укряны, они жили возле реки Укр. Вот какая их, верить то, что они были предками украинцев, это верить то же самое, что монголо-татары были предками китайцев, да? Они тоже вроде монголоидные, но все же это бред. Так вот, какая же судьба постигла этих, это племя? Такая же, как и всех палапских славян. Они попали под натиск немцев, да? И были просто онемечены, то есть ассимилированы. Если даже вот подтверждение того, что в 954 году марграф восточно-саксонской марки Гера I в союзе с своим зятем, императором Священно-Римской империи Антоном I Великим и Кондратом I, они начали успешную кампанию и захватили земли Украины в битве при Ленцине. Вот. То есть они вошли в немецкое государство, Священно-Римскую империю, саксонскую марку. Вот такая судьба постигла всех западных славян, которые жили на Балтийском побережье, то есть они попали под этот мощный германский тиск. Ну, я не знаю, как могли оттуда ребята переселиться в Поднепровье, то есть на ту территорию, которую называли Украина, поляки и другие историки.
В записях Василия Марковича Флоринского, в его книге «Первобытные славяне» есть упоминание о том, точнее, он перечисливает все племена, которые жили на Балтийском прибережье. То есть это были и бодричи, и лютичи, и лужицкие сербы, да. И в то же время там есть упоминание племени укры. Дякую. Дуже цікаво розповідаєте, пане Іване. А скажіть ще таке мені, будь ласка. Наприклад, є також версія про те, що назва України походить від слова край, країна. Як ви бачите цю версію зі свого боку? Що можете про це розповісти? Ну, да, версія інтересна, то, що названня країни може происходить від слова край. Ну, давайте посмотрим и подумаем в таком формате, что каждое отдельное княжество, по сути, это был отдельный край, да, который до этого, когда, до того, как оно сформировалось в отдельное княжество, населяли славянские этносы. Это Радимичи, Кривичи, Уличи, Тиверцы, Северяне, Древляне, Дреговичи, да, Словени, Поляне. То есть каждого своего племени была какая-то изюминка, то есть какие-то отличия между собой. Ну и, несомненно, было что-то единое, что объединяло их в единый славянский этнос. Так вот, каждое это княжество это было, по сути, отдельным краем. И вот территория Украины или окраины, это было, да, вполне возможно, это был свой край, такой маленький край или пограничный край, в котором находились пограничники и несли службу. Например, мы знаем, что князь Владимир, он переселял из центральных областей Руси в пограничные земли для охраны своего государства, да. Вот такие, так что это вполне возможно, вполне такая живучая версия. Каждая версия имеет право на жизнь. Ну и даже посмотрим сейчас, как называют отдельные области Украины. Карпатский край, да, это, например, Полесье, то есть это тоже своего рода отдельные края, люди живут своими традициями и в некой мере отличаются друг от друга. Так что эта версия вполне интересна. Ну, по сути так, да, навіть зараз називають деякі території нашої країни, там, наприклад, окремо край, Карпатський край, та Галицький край, Бойківський край, наприклад. Для прикладу так, я з вами в цьому питанні згідно солідарно. Что все эти территории это были окраины. Волынь, которая граничила с Великим княжеством Литовским, да? Галиция, величина, которая с Польшей, Переяслав, который граничил с степью, с татарами, с половцами, с печенегами, куманами. Вот. Это подтверждает ту версию, что слово «Украина» больше всего происходит от слова «пограничная территория». Дякую вам, пане Іване. Це була вельми цікава і насичена інформація з вашого боку. Да, я несомненно благодарю вас за те, що Ігор пригласили сьогодні на цю передачу. Ця тема дуже цікава, я думаю, наші зрителі візьмуть для себе щось цікаве, полезне і самі подивляться і перевірять все те, що ми сказали. Я думаю, наші глядачі почерпнули щось цікаве і корисне для себе, і думаю, що вони зможуть визначити для себе, яка ж версія їм підходить. Тобто, як бачите, ми порозглянули з вами декілька версій походження слова «Україна». Я, наприклад, також, як і пан Іван, схиляюся більше до того, що версія «Україна» походить від слова «Україна», тобто прикордонна область, «Окраїна земель русських», якщо її колись називали. Так що росини вивчайте, досліджуйте. Шукайте істину, тому що, як кажуть, правди. Скільки людей, скільки правди, а істина на світі одна. З вами був Іван Попов і я, Ігор Михайлович. Слава предкам!